планировали первой нашей точкой между Ниццей и Парижем будет курортный город Виши. Это необычайно красивый уголок в центре Франции, расположен на берегу реки Алье, недалеко от Лиона и в 500 километрах от Парижа. Принадлежит к исторической провинции Бурбон. Долгое время был местом отдыха французских монархов. Благодаря Генриху IV и Наполеону Виши превратился в место отдыха всей европейской знати. Виши знаменит минеральными термальными водами. Местная вода помогает защитить желудок. Причиной термальных источников является вулканическая деятельность. Температура источников от 16 градусов до 75 градусов по Цельсию. Приезжают подлечиться.